После крещения в Иордане Господь принял на себя роль Мессии и начал проповедовать. Для всех верующих праздник считается особенно значимым. В этот день, окунаясь в освященную воду, православные могут очиститься и телом, и духом. Именно к духовному омовению призывает церковь в такой праздник. Иоанн тех, кто каялся в грехах, погружал в воды Иордана, А Христу не надо было, он безгрешен. Но он принял это крещение тоже. Он принял на себя наши вот эти грехи и преступления человеческие. И начал свой искупительный подвиг, начал свою евангельскую проповедь. Накануне праздника крещения нужно соблюдать пост и не употреблять мясо. Заранее провести уборку в доме и выбросить хлам и мусор. Не менее важно и душевное спокойствие в этот день. Не одобряются ссоры и распри. Не поминайте лихом недругов. Душевное состояние должно соответствовать таинству светлого праздника. В этом году на территории храма Богоявления не будут проходить омовения. Пройти крещение водой можно в оборудованной купели водоема села Ясное. Считается, что вода в освященных местах сохраняет свои свойства еще целую неделю после праздника. Но на купание в крещенскую ночь отважатся немногие, однако абсолютно каждый сможет принести освященную воду из храма. Эта вода обладает целебными свойствами в течение всего года. По христианской традиции человек старается вдоволь напиться святой водой, чтобы весь год быть здоровым и счастливым. По крайней мере, выпивая эту воду, многие об этом мечтают и надеются только на лучшее. Вот, собственно говоря, это праздник крещения. Но он же называется еще и праздником Богоявления, потому что Бог явился в Святой Троице. Когда Господь крестился, небеса отверзлись, не этот космос, а духовные небеса. И Дух Святой в виде голубя опустился над Христом, которого крестил в Иордане Иоанн. А в это время голос послышался с неба Отца Небесного. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте Христа. Если бы мы все слушали Христа, то все бы изменилось. Да, а Христос есть сама любовь. С праздником вас всех поздравляю. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.